выходного дня для сотни химчан началось на свежем воздухе у парка на Юбилейном проспекте. Всем раздали необходимый инвентарь и перчатки. Весной и осенью, весной и осенью каждый год занимаемся тем, что высаживаем деревья в тех местах, где просят жителей. А сами жители определяют площадки, это на территориальных управлениях, сами не решают, где мы высаживаем. А комбинат «Волоксос» помогает с саженцами, с инструментарием. Старт экологической акции «Наш лес, посади свое дерево» дает глава городского округа. Для всех участников озеленения химок подготовили саженцы. Дмитрий Волошин, например, посадил мелколистную липу. В химках традиционно десятки площадок. В этом году площадок уже 43. Акция набирает обороты. Если раньше она происходила только там, где необходимо было высаживать деревья после санитарной рубки, то сегодня это и дворы, и площади городские, и скверы. То есть везде, где можно сделать город более зеленым, везде это делать нужно. Вот. По словам лидера движения общественной поддержки Михаила Раева, за время проведения ежегодной акции он посадил уже более десятка деревьев. Деревья, кустарники – это легкие нашего города. Чем зеленее будет наш город, чем больше будет деревьев, тем легче нам будет дышать. Поэтому это делать надо, мы это будем делать всегда. Григорий Чувилин с дочерью Верой живут неподалеку, высаживают деревья впервые. Говорят, что теперь это станет семейной традицией. Вышли из дома, увидели, там самолет сажают уже. Потом там посадили смородину и розы. И пришли сюда, на основное место. Приложили руку к высадке кустарников и учащиеся 17-го лицея. Ну, чтобы побольше было зелени. Всех, кто проголодался после работы, организаторы приглашали на полевую кухню. Угощали гречневой кашей с мясом и сладким чаем. Рассказывай, как каша? Хорошая. Вкусная. Всего в этот день в Химках во всех округах высадили 550 деревьев и 1500 кустарников. В микрорайоне Подрезково на высадку деревьев вышли к школе номер 20. Традиционно с 2014 года мы участвуем в акции нашего губернатора. Есть большие планы на дальнейшее благоустройство этой территории. Жителям она очень нравится. Здесь можно погулять с детьми и в том числе ожидая своих детей из школы. За несколько лет в Химках провели 6 акций «Наш лес» и 7 акций «Лес Победы». За это время на 1240 локациях округа было высажено около 30 тысяч деревьев и более 15 тысяч кустарников.